но если сделать вот так вот и снять вот эту верхнюю крышку, как было показано в ТикТоке, типа такой лайфхак, я это делаю вот такими ножницами. Я не знаю, что получится с первого раза или нет, но нужно попробовать. Там сразу становится очень много средства. Я порвала ее. Теперь мы можем добыть окончательно этот консилер. Знаете, в какой сейчас злости, вы не представляете. Я рисовала стрелки минут 30. И стерла, потому что я их подправляю, они становятся шире. Потом еще подправляю вторую, она еще шире. В итоге они были у меня на пол глаза. Вот сколько мне понадобилось ватных палочек. И из этого ничего не вышло. Я стерла этот хвостик. Теперь у меня все веки черные, под веками черные. А мне уже надо выходить. Что делать? Непонятно. И в такие моменты я всегда клянусь, что это последний раз, когда я крашу стрелки. Нет, иногда они у меня получаются очень красивые с первого раза, когда никуда не надо. И у тебя есть время куча. А когда времени нету, у меня ничего не получается. И я сижу, ничего не хочу больше делать. Я не знаю, что как исправить эти глаза. Наверное, камера не сильно заметна, но все мои веки, они черные, вся подводка расплылась, и все не очень хорошо. В общем, у меня все глаза черные, как будто я фингал себе поставила. Надо было просто закончить на тебя, но нет, зачем? Надо же продолжить. Когда я что-то сделаю своим фейсом, я вернусь к вам. Смотрите, это все жертва моих стрелок, которые я стерла. Конечно, неблагополучно, но их особо не видно. Я как могла стирала, потому что тут отвратительно смотрелось, я начала опять исправлять, думая, что все-таки получится, но ничего не получилось, потому что мои руки сегодня не хотят рисовать красивые стрелки. Поэтому я просто их стерла как могла и закрыла обычными прозрачными, такими бежевыми тенями, чтобы хоть как-то выглядеть нормально. Кстати, я с вами не здоровалась, всем снова привет. Я уже 4-й день подряд снимаю влог. И сегодня вам запись выставила, что вы мне задавали вопросики для вопрос-ответа. После этого влога я сниму вопрос-ответ. Не знаю, что выйдет первым, вопрос-ответ или это видео, которое вы сейчас смотрите. Но думаю, что это видео, которое вы сейчас смотрите. Вы мне задавали кучу вопросиков, очень даже интересных. Мне будет интересно поотвечать. Просто посмотрите на мое зеркало, тут просто всего набросано на этих маленьких полочках, так скажем. Все, что мне не нужно, какие-то салфетки, это недопользованные тестеры, они правильно что тут лежат. Это тоже тут всякие стрелки, помады смешивала я, всякие штучки, всякие ножницы, всякие... Всякая всячина, короче. Нужно сейчас прибраться и вот там прибраться. Потому что это какой-то кошмар. Какие у нас планы? Сейчас встречаемся с Ильей. Мне кажется, я всегда, когда иду в подъезд, и говорю то, что сейчас мы встретимся с Ильей и все такое. И потом идем мы покупать кроссовки футбольные. Он с друзьями довольно часто играет в футбол, а кроссовок у него нет. Играет в таких, знаете, обычных, которые ходят. И они у него все очень разбиты из-за этого. Поэтому мы идем покупать ему кросс футбольный и пойдем на рынок, зайдем, мне купим
как их называют, шнурки для обуви, потому что мои каким-то образом стали черные, и это не грязь, а смола какая-то. И, в общем, это не отстирывается, я пробовала. Я не вижу, как они. Вон там зеркало большое, иди. Прыгай. Анбоксинг. Анбоксинг. Адидас. Ну, рассказывай. Инь-янь. Значит, то, что добро и зло. Зина. И бум-бум. Он выпал. Кроссовки. Выпался кроссовки, просто чтобы играть в футбол. Да, я уже все рассказала. У меня просто так, есть кроссовки, чтобы ходить? А чтобы играть, нету. Их нашла я. Я их увидела. Все, три пары кроссовок, которые у меня есть. Точнее, четыре пары кроссовок, и три из них Настя выбирала. Да. Вот. Смотрите, какой здоровый кроссовок. Вообще жесть. Вот моя лаптя, и вот Илюшина лаптя. За сколько ты их купил? 1500. 1500. Ну, это так, вес, а скидка 1500. Да, там была еще у него скидка, и он купил за 1500. Обратно. А еще у меня есть новость, шикарная новость, смотрите. Рассказывай, откуда ты идешь? С Лесной в публике. По машине едет сзади. Мы идем с Лесной республики. Илья играл в футбол, да? Да. В своих новых бутсах. Рассказывай, как тебе бутсы. Ну, то, что я играл в этих, вот. В этих они же беговые считаются. И в этих кроссовках максимально было неудобно играть в этих кроссовках. А я купил себе футболерные кроссовки. И вот в этих уже прям мячик. Воу-воу-воу, чувствуешь, как, я не знаю, как будто он к ноге приклеенный. И все, игра пошла. Ну, а мы все равно проиграли, нам сейчас жопа. Я вчера монтировала видос, смотрю просто, как Илья выглядит. Вот так просто его не видно, у него пол головы обрезан. Я не знаю, как нужно нести камеру, чтобы было двоих видно. Вот когда ты брал в руку, вот в эту, и вытягивал. Нет, вытягивал. Вот так вообще идеально видно. Только держи ее ровно и старайся. Ну, мне так неудобно. А мне удобно постоянно ее нести. Я могу вам рассказать один факт обо мне. Я очень сильно боюсь ездить одна на лифтах, и поэтому за мной всегда спускаются люди. Особенно стрёмно, когда я хожу на маникюр, и за мной никто не спускает. Вот это действительно стрёмно. Я сама езжу на этом ужасном создании под названием лифт. Собственно, сегодня новый день и старый влог. Я сейчас иду к моей подруге, к Насте, наверное, вы ее все знаете. Вот, мы там с девчонками собираемся, я не знаю, получится ли что-то поснимать. Если получится, то мы с вами увидимся. Сегодня на улице 35 градусов. Это просто папа. Не иди, я тебя поцелую. Наконец-то, мы тебя уже заждались. Я, правда, ничего не успела сделать. Вообще ничего не успела сделать. Просто вообще... Я только успела волосы. При этом она нас ждет к часу. Типа мы должны все успеть сделать. Ну ты не умничай. Ты можешь все сделать с меня. В общем, я сегодня особо много не снимала. Вообще практически не снимала. Мы сходили два раза в Макдональдс, потом купили какую-то хрень просто редкостную. А точнее худог. И какой худог? Это сосиска в тесте, только охотничья какая-то сосиска. Да, охотничья сосиска в лаваше. Да, здесь что-то такое. Вот, и идем сейчас, меня Настя провожает немножечко, потому что ко мне сейчас должна подъехать женщина, купить у меня комод, который мы продаем. И вот сейчас я иду домой, чтобы продать этот дурацкий комод. Я тебе уже сама готова 250 рублей заплатить и вынести его. Просто иначе, если бы его не купили, то мы просто его выкинули в мусорку и все. В общем, смотрите, вот этот комод мы продаем. Сейчас должны за ним приехать.
У нас просто был выбор выкинуть его просто в мусорку, а второй выбор был продать кому-то, и мы решили продать, чтобы не тащить на мусорку. Вот, поэтому сейчас за ним должны приехать. Если мы его все-таки продадим, я вам покажу, как здесь будет свободно и пусто. В общем-то, все. Я продала, мы продали этот с мамой комод дурацкий, отвратительный. И сейчас я вам покажу, что здесь. Пусто там. У меня на линолеуме вот тут вот, на четырех, где были ножки, отбиты, короче, там. И видно углубление вот здесь, может, заметно. Вот. Но здесь теперь пусто. Вот мой чеснок, который вы видели в том влоге. Шикарно вообще. На улице уже темно. Вот так вот красивенько. Самое главное — не уронить камеру. Так стрёмно, что сейчас уроню, и вы полетите вниз. Сегодня уже вечер следующего дня. Я сейчас сажусь монтировать. И всем большое спасибо за просмотр. Оценивайте это видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. А я пошла монтировать это видео. Всем пока-пока. До скорых встреч.